Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. А, да, я могу, да, у меня есть дракар. Давай пока, короче, похолдим, начнется новая эпоха и... Голландец, зачем ты 7 провинций строишь? Зачем ты 7 провинций строишь? Для очков. Проблема. Это что-то из ряда вон? Блин, да... Что-то нет слов. Почему туда походил юнит сейчас обратно? Где приложение? Предложение. Так. Давайте канадцу отправим тырить. Всякое. Я смотрю, что там флот канадец не настроил и не пришел ко мне. Строители. Ну, я кампус пока не могу ставить. То есть вырубить надо. Это два хода. Так что два хода надо что-то построить. Блин. Еще одного строителя, как бы странно, честно говоря. Может, берсерка тогда? Но это очки эпохи. Мне надо, очевидно, в темный век выходить. Ладно, просто подкладываю здесь производство. Вот как-то так. Лёх, предложение. А у нас... закончился союз. Еще одно. Так, а что мне тут открылось? И я ничего не... А, это гуманизм был. Может, мне все-таки в меркантилизм идти, а не в просвещение? Я же отсюда ничего не поставлю. Так, в Бергене ремонтируем верфь. Отличный кампус. Так, тут уже производственное ставится.
Возможно, и бессмысленно абсолютно слах. Ну, 124 монеты все-таки не помешают. Ой, нет, тут под вулканом лучше не стоять. Блин, я уже... Ай, уже закончил ход. Блин, надо два арбалета. Надо карточку поставить такие. Сто 131, а у лидера 174. Нормально. И это при том, что у меня еще куча кампусов не построена. Ну, видимо, придется японца забирать когда-нибудь. Возможно, даже чисто броненосцами. Чё его тут, беднягу, мариновать? Слушайте, а у кого вообще религия? Канада, Япония, скиф и неизвестный игрок. А неизвестный игрок у нас китаец, что ли? Китаец вроде. Кого это меня тут атаковали? А, Лахор. Будем просто сейчас следить, куда он что отправляет, и там грабить караваны, грабить. Слушайте, а давайте вот тут армаду сделаем из этой каравеллы. Я ж просил культурно ставить союз Crazy. Ты же вроде потом сказал, что все нормально, не отваливается. Я до союза имел в виду, не отвалится. Ох, ну ладно, что-нибудь придумаю. Давай. А какой у нас был с тобой, напомнишь? Так религиозный вроде. Ну я пускаю, он дальше тогда будет. Больше нечего, в принципе. Что я только, ну да. А Садкор, ты будешь продлевать союз? Так, что-то поторговать с кем-то надо. Что, надо сначала с союзниками. Никиты у меня есть. А, кофе у него. Нидерланды предложение. Уголь у меня один только и рядом с вулканом. Я что-то достать не могу, можешь достать мне? У меня зависает источник, этот окошко. Спасибо. Блин. Господи. В смысле хотя бы одно условие? Ну что это за говня? Почему он теперь меня ищет все стратегические ресурсы, но не уголь? А, или да наоборот, он... Бля, как через жопу? Я каждый раз удивляюсь каким-нибудь штукам. Так, это у меня два... Да, но мне японца надо захватывать с его количеством угля.
С фонарио повысили уровень. Так, у нас квадрирема. Просвещение открыто. Опять же, фиг знает нафига. Но вообще либерализм можно поставить. Но вместо чего? Мне нету вместо чего ставить. Так, шпиона я еще сделал. Вот это можно заменять на плюс 2 влияния опять. Теократия, монархия. Не, пока сюда идем. Блин, два арм... А, не поставил опять карточку на улучшение юнитов. Ладно, пошли в научную теорию пока. Где брать уголь? Вопрос. Когда у тебя его нет. Так, этот относится к Кристиансону. Да, вырубаю. Где у меня уголь? Теперь покупаю. Это же голландец? Да. Поставь вон город чуть повыше. Будет. Теперь передаем эту клетку Сарбсбургу. Все увидел. В Кристиансе ничего нам тут стоит. Так, священное место где? Ну, вот тут, например, на плюс 2, да? Ну, кстати, почему и нет? А с промышленной зоной там плюс 4. Наверное, все-таки давайте промышленную зону на плюс 4, да, там все-таки дамба. Кстати, ты в какой век, получается, выходишь? Я тоже в темный еще разок. Он отвалится. Какой? Не героический. Нет, а какой город? Сяодун? Ну, Джеодун, скорее всего. Не, он вряд ли отвалится. У меня тут методы борьбы с отваливанием уже есть, накатанные. А китаец, получается, прям конкретно в центре континента, и все с ним граничат или что? Ну, типа того, да. Нет, все граничат с этим, с Конго, да. Не, но со мной тоже много кто граничит. Раз, два, три, четыре. Прикольно. Кстати, он там расположился. Со мной 5. Слушай, ну тут еды дофига у этого города. Я бы, наверное, вот эту клетку Ставангеру скорее. Газгаргаму. Вообще, подождите, мне надо сюда высаживаться и кругосветку сделать. Один заряд. Ладно, наверное, все-таки лесопилку лучше.
А у вас там уже до конца, да, война до конца партии будет? У нас стояние на реке Угри. Они просто два кампуса друг от друга обстреливают. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Не, ну в принципе у меня все очень неплохо. Мне вот не хватает культуры, но для этого я вот эти священные всякие эти строю, да? Которые мне как раз дают культуру. Вместе с верой, конечно. О, 6. 6 культуры с каждого священного места. То есть по количеству культуры, ну да, тут есть и получше ребята. По науке отстаю вот практически только от скифа. Если так говорить. Блин, знаете, мне, наверное, все-таки надо на компьютеры упор сделать. Ну, то есть в химию идти и в компьютеры, иначе у меня все утонет, а за счет валета я хоть смогу это купить. Все эти штуки. Так что давайте смотреть, два капера, это я сейчас открываю. Два района пригорода не сделаю. Ну, уже уровень... Блин, вот это вот все надо, конечно. А для компьютера радио надо. Блин, я тут реально сейчас в нормальный век вывалюсь. А за что мне сейчас 3 очка дали? А, промышленную зону очень крутую поставил. Точняк. Блин, а все, да. Короче. Ну, я могу берсерка купить. Подождите, сколько ходов? 3 осталось. Я могу купить берсерка, так? Это 4 очка. Флотоводец. Один бесплатный экземпляр. Ну, тут все, только флотоводец. То есть это 1 очко. 4 очка берсерк, 5 очков, да? Что, довольство начало заканчиваться? Из-за войны. Ну, пока что в одном городе. Я чувствую, что... Ну, видимо, еще... сюда надо ставить. Хоть и плюс 1 всего лишь. Ну и зачем? А я вот, да. А я всего лишь послов закинул, что-то не думал, что я сюзерена стану. Блин, Канди никому нахрен не сдался, видимо. Так, ну сейчас можно пытаться, наверное. Наверное, все-таки стоит берсерка. А, кайф, я открыл мушкетеров и уже берсерка не могу сделать. Блин. Вот это подстава. Ну все. Нормальный век тут, без шансов. Слушайте, вообще угольную я еще построю, то еще очки даст. Может, все-таки... Может, все-таки... Бесплатный экземпляр. Ну, не знаю, тут киты, черепахи... И так есть... Предложение. К сожалению, чуть позже чудо строится, чем мне хотелось бы.
Кстати, в Сарсборге можно сейчас будет... Надо угольную купить будет в нем и сразу начать кампус. Блин, 400 золота вход, ни хрена себе. 450. Мгновенно предоставляет капер. Кстати, круто. Всего один капер надо будет строить. Так, а что у меня вот тут желтое? Какой-то этот попал, что ли, шторм? Мне, кстати, надо союзить Кардифф. Мне электричество дает здание. Видите? То есть мне не так будет уголь расходоваться, как могло бы. Так, в Сарсборге покупаем угольную. Это следующим ходом типа даст электричество от угля. О, не повезло. Помню, тебе с долиной русской. Ну, там инженер был. Фига у нас там рис вперед летит. Я удивлен, что у нас Япония не улетела. Япония всю игру сидит грустит, по-моему. Я вообще не понимаю, что там происходит. Что там с Японией-то? Да я не знаю, я тоже не знаю. Просто, ну, видимо, не очень пока в ЦИУ человек умеет, да? Да нет, вот вчера за Ганди была куда лучше, чем сейчас. За Ганди лучше, чем за Японию? А ты же понимаешь концепцию Японии? Да, да, я знаю. Так, а что вообще у городов-государств? Валет-то вот что хочет? Торговца, блин. Ну, это я вообще без вариантов. Перерыв следующий будет. Кардифф. Ну, когда захочешь, хочешь, начнем вот в начале. Следующей эпохи, да, можем. Давайте, может. Меркантилизм не смогу ускорить. Строить развлекать окон. Фрегат. Ну, фрегат, кстати, можно создать. Блин, ну мне нужны послы, чтобы Валетту, когда мне это надо, будет перекупить. И за веру поставить все дамбы у себя. Я вот только не могу понять, мне как лучше, идти в компьютеры прямой наводкой или... Давайте глянем, вот просто компьютеры, если я ставлю... Это, значит, паровой двигатель, авиация. Но я чудо-промышленный эры здесь никакой не могу построить. Причем Рурку уже кто-то построил, тут остается только Биг Бен. И... А здесь я еще в промышленный эры даже не вышел. Так что это я никак не построю. Без ускорения, да? 6 ходов. 2 капера сделаю. Национальный парк нет. Потом компьютеры. Примите форму с 8 ячейками. Мне кажется, надо все-таки сначала в химию. Блин, а химия тут тоже. 2 банка. 2 арбалетчика. 3 мушкетера. Ну, это 3 линейных на самом деле. Слушайте, не, пойдемте мы прямой наводкой. Пускай они там друг друга убивают, прочее. Я не могу. Я утопну, если я не пойду сейчас в компьютеры. Ну, заодно откроем авиацию. И алюминий, наверное. Нет, нет. Давайте так. Прям в электричество сначала, а потом в алюминий. Потому что там порты. Ну, это для меня то, что надо. Ой, чуть тут универ полу... А, блин. Какой-то
долбанный этот ураган идет. Так, капер там кто-то хотел, делаем. Маскат. Один посол. А в Осло-то тоже неплохо будет. Блин, я хотел Лян везде пересаживать, но я думаю, надо в Осло тут всю аквакультуру доделывать. Давайте еще купим... строителя. Ну, я тут мастерскую хотел купить. Да и фабрику, тут надо угольный взять, потому что тут большое соседство. Фабрику покупаю, угольную построю. Классовую борьбу ускорил. Но это мне далеко. У меня, конечно, с культурой очень слабенько. Новые районы построить на игроком. Ну, я не знаю, давайте не расширяется, у кого там культуры дофига. Конго, это Конго. Да там уже все районы построят. Ну, значит, ему не страшно будет. Ну чё, про суверенитет? Че, опять забаним научные? Да, давайте. Я против. Так, в Сарсбурге я тут куплю библиотеку и универ, и надо будет строить, видимо, дамбу здесь. Тут универ достраивается. А, вот тут ничего нету. Кстати, в Ставангере тоже не куплено нифига. Чё это я? Блин, опять сломалось. Или это починено сейчас будет? Вот тут сломалась угольная. Не, просто фабрика разграблена, не угольная. Так. Да, давайте. 10-15 минут. Покупаем библиотека. Библиотека. Тут. Давайте купим клетку и ставим дамбу. Так, тут могу... Не, наверное, тут давайте универ, там я могу начать строить его, например, следующим ходом. 170 наука, ну. А 250 у кого-то. Ну да, как-то с таймером перерыв такое. А, точно. Блин, ну я тут уже все пооткрывал. Давайте, наверное, промышленные эры возьмем. Хотя сейчас вот как раз за покупку мог получать. Ладно, поставлю тут как вот соседство здесь. Я не думаю, что оно сильно будет нам священное место это убивать. Но Каркота уже что-то и не извергается как-то больше. Блин, вообще все сломало. Вот тварь. Я, кстати, капер, наверное, в Ставангаре построю. Так, давайте сделаю, наконец, ап-юнитов.
А точнее, мне просто эти нужны. Два арбалета. А, вот, собственно, два арбалета и все. Литье открылось. Не знаю, раз пока стоит карточка, можно и фрегат какой-нибудь сделать. Канди хотел. Сто шестьдесят. Ладно, давайте два фрегата. Не буду я больше каравел пока. Есть на что деньги тратить. Тут не обработано нифига. Еще города-государства вообще не обрабатывают ресы, такое ощущение. Так, после Ставкирхи давайте разведывательное управление. Повысим уровень шпионов. Национализм. Да, что-то вообще очень медленно по культуре. Вообще все идут довольно медленно. Может мне укрепить как-нибудь религию? Правда, в упор не помню. Ну, какое-нибудь здание взять. В упор не помню, что там есть. Сколько апостол стоит? 200. Давайте, наверное. Ну, я решил не строить уже эту храм Махабодхи. Хотя, блин, три хода. Слушайте, может все-таки построить? Я, кстати, вспомнил, что мне еще надо лес высаживать рядом с моими этими. Пять ходов храм Махабодхи. Блин, я бы, наверное, построил все-таки вот здесь. Кстати, в этом городе промышленную зону вот тут надо будет ставить. Если она будет на плюс 3. Акведук уже не, ну то есть можно тут акведук, но зачем? Тут, кстати, сейчас будет куча счастья в Ставангере за счет и пищи и производство за каждую клетку озера в империи. Тут будет пища и производство еще на этих клетках. И на этих, и на этих. Короче, я подумал, что мне надо сначала вот 2 и 2 посла взять, чтобы перекупить Валетту и что-то в новых городах купить за веру. Поэтому сначала в колониализм схожу, потом в оперу и балета. Ну и плюс тут еще набьется хоть что. То есть просто перекупить, там 4 посла мне не хватает. Валетту надо использовать. И вот эту веру сейчас копить. И, наверное, храм Махабодхи надо построить. Все-таки в Ставангере. Нету смысла. Ну, купил, блин, не успел. Да, блин, и это вернулось еще сюда. Ну, это какой-то прикол. Ну, блин, ребята, ну это как... Что это за говно? Почему меня все ломает? Какие приятные караваны теперь идут. Куда, что, почему? К тебе. Ко мне? А, ты, в смысле, взял золотой век? Я... Нет, героический. Дополнительное лечение, блин. Ладно, пока не буду брать прокачку, просто подведу. Мне надо Валетту, Хамар или там Канди, Наску, вот это все от синтоизма избавить. Хотя не знаю, надо ли прям, что вот надо. Ну вот видите, тут еда, производство на этих клетках есть.
А здесь у нас всего два довольства. Подожди, что так как-то мало. Плюс, тут должно быть плюс 4 к довольству. Странно. Надо дождаться, когда он тут починит гавань и маяк построит, я так думаю. Так, а мне капер нужен. Может, тут быстро капер все-таки. А, во, берсерк. А, потому что мне... Блин, надо было... Это потому, что у меня теперь селитры не хватает на мушкетерах, я могу берсерка взять. Блин, надо было тогда использовать селитру на что-нибудь и купить берсерка. Вышел бы я в золотой век. Фак, ладно, сколько стоит купить капер? 560. Так, я лучше следующим ходом куплю капер. Давайте начинать храм Махабодхи. 5 ходов. Просто охренеть, как тут все поломано. Просто нечестно. Так, появились три посла. Не, давайте, наверное, сначала маяк все-таки тут ремонтировать, чтобы караваны. Чтобы караваны. Тут вообще производства нету в этом городе. Блин, вот два, ну, короче, ГГшки почему-то не хотят тупо обрабатывать ресы на побережье. Вот просто хочу грабить Лахор и этот Лавенту, ну, нафиг ртуть обрабатывать, нафиг два кофе обрабатывать, зачем? Они что-то знают. Что знают? Вот этот Лахор по КД ремонтирует гавань, которую я граблю. Это вот он не знает. А почему-то это обработать нафиг. Не посылаю пока. Надо больше послов. Чтобы было. Ну, я послал, не буду тут ничего делать. Что он и без прокачки. Так, давайте на производство. А что, не будешь союз? Не-не, я тебе стал предлагать, и у меня что-то забаговалось. А, давай я еще раз предложу. Я уже кинул тебя. Так, открыли. Блин, тут уже есть что-то. Так, 4 заряда. 1. Кстати, а в крестьянцине у нас где будет священное место? Ой, не отремонтировал. Фак. Так, 277-256.
Ну что мне этими каперами, не знаю даже. Мне даже жалко японцу ходить, идти грабить, если честно. Ладно, пойдем. Хотя это даже и не каперами могу. Я ж, ну, я каравеллами, естественно, могу. А, только ближнего боя. Блин, а вот эту скидку-то я не убрал. Фак, у нас сейчас был перерыв просто, и я реально... Ладно, давайте вот эту еще апнем в каравеллу тогда. Сколько порты стоит у нас купить? 880. Вот их надо либо покупать, либо строить. Как это вот появилось вообще? Точно? Да, ты не видишь, наверное. Даша видит. Слушайте, а давайте я этим... где? Да, я вот Бандар Бруне, видишь? Вот ту, да, линию длинную. Да. Над ним, над Кардифом. Вот я вот не знаю вообще, как это генерится. Это Beta Balance Start. Это типа там сделано, что, чтобы типа проплыв обязательно был. Ну. Я не хочу хвастаться, но я кампус на 36 нашел. Молодец. Так, здание синагога, храм огня, собор. Нашел или построил? В ад. Может в ад ставить? Ну, такая, я все равно отстаю от себя, конечно, почти, но... Ты не мечтай от меня попасться. Это который на... над Аютхая? Что вот это вот вообще ничего не хочу, ладно. Что? Давайте... Давайте в ад возьму. Науке. Хотя он всего плюс 2 дает. А, все, это здесь канадец. Под тобой. Так, ну я отложу на один ход, тут вырубаю под акведук. Минус 2 раз потом. Так, сейчас надо кругосветку совершить. Да, в прошлой эпохе, конечно, было вообще спокойно, можно было выйти в золотой век. А за счет чего скиф так улетает? Я пытался забрать еще. У меня, наверное, религия, да, межкультурный диалог. И что, он вас всех обратил в нее, что ли? Меня обращает потихоньку. Ой, блин, в броненосец апнулось. Ну это хреново, я не хотел бы тратить... Черт. Я не хотел бы тратить уголь. Давайте пингалу на ценителя. Совсем как-то с культуркой слабо. Жалко, не могу посмотреть, где мне тут священное место ставить. Так, морской порт строим, конечно же. И... Куда? Виннипег.
Будь здорова. Мне не надо быть союзником Хатусы, там она дает просто ресы, которыми все, в принципе, и так есть. Тут морской порт надо будет покупать. Ну, наконец-то, дамба. Некуда тратить. Да, у короля этого тоже, у канадца 3000, у конга 4000. Я не понимаю, вам некуда тратить их? Мне страшно, если честно, с ними по соседству находиться. Ну да, есть. Куда их тратить? Мне страшнее другое. Что? У вас у всех есть алюминий, а у меня нет. Серьезно? Теперь мне страшнее стало вдвойне. Я понимаю, армию надо кликать. Может, мне не строить тут канал все-таки? Ну, а что мне вот эти три? Ну, сейчас ко мне как посылается. Не, а, конечно, караваны вообще зашибись у нас. С голландцем. То есть голландца мне лучше не трогать. Вообще. Так, ну вот где тут священное? Плюс один, плюс один. Тут плюс два, но тут, блин, этот... как его? Давайте, наверное, вот здесь поставлю. Только... Надо дождаться, чтобы оно присоединилось. Я не хочу пока выкупать, мне деньги на другое нужны. Так что не трогаем. Давайте банк. Вообще столько пшеницы необработанной. А почему я вот этим укрепил религию? Мне не понравилось, какие прокачки там у этого выпали апостола. Я надеюсь, что сейчас у этих другие будут. Так, можно пройтись по городам. Еда, производство. Пока на производство можно чисто. Блин, и минус. Так, а у меня торговли ни с кем нету. Чем-нибудь нету. Блин, вот просто тут не хочу оливки, они будут постоянно ломаться. Обрабатывать. А что у нас еще осталось? Свиней я торгую. Все. В общем-то, все. Так, смотрим. Те же самые прокачки в других цивилизациях. Ну, давайте вот это возьмем. Надеюсь, сработает на ГГшке вот эти, на Валетту и на Наску. А этим укрепляем. Что у нас осталось? Религиозная колонизация. Нафиг надо. Фанатичные проповедники. Мне кажется, нафиг надо. Крестовый поход тем более. Поражение в теологических баталиях нафиг надо. Стоимость миссионеров дешевле. К лечению
Не знаю вообще. Вот, ну, Святой Орден, только зачем мне их покупать дешевле? Просто вот. Перемещение по любому ландшафту, может, чтобы быстрее просто этот апостол. Такое странное, честно говоря. Ладно. Ладно, давайте. Подождите. Я еще могу Кардив и Бандар Брюней пойти обратить. Да, ладно, давайте возьмем дешевле все-таки. Возьмем дешевле. Ну, просто меня еще все последователи культуру дают. Вер. Так, 880 можем вот здесь порт купить. Еще раз извержение, смотрите, священное место сломано. Ай-яй-яй. У меня в этой игре проблемы со стихийными бедствиями, а не с, там, с варварами или... Ну, с варварами было в начале, конечно, но это не такие проблемы, как могли бы быть. Именно стихийные бедствия у меня тут постоянно... На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине и живи Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.